Конечно, мне очень понравилось, типа работу делали реально долго, но это того стоило, потому что вы видели, что было до-после. Милена сделала мега круто, мне очень понравилось, и в скором времени я тоже пойду к ней и кое-что себе забабахаю. Поэтому, девочки, не думайте, и смотрела все, что она делала, и она, могу вам... Короче, на улице прохладная погода, я решила прогуляться, дойти до Бутова Мола пешком. Мне идти до него 2 часа, и вот, очень хочу покушать грибной крем-суп. В общем, если дойду, поем, не дойду, не поем. Потом пойду в кино. Короче, ребят, это Кира, потому что... Зашла в магазин, взяла себе вот попить вот эту прелесть. Взяла капсулы, взяла вот бумажное полотенце личико вытирать, мицеллярку взяла, такую простую помадку взяла. Ко мне приехала Саша на пельмеши. Возраст. У нее, кстати, свой мерч вышел, можете у нее на аккаунте посмотреть, она продает вот такие кроп-топы. Ребята, вот такой лайфхак, если вам не с чем попить чай, как, например, у меня. Поджечь цветочек и немного, ну, так соскребсти, так плесени, там, крошек. Соль, да, соль, вода. Короче, яйцо, мука, сахар. Все, вот это обжарили. И получаются такие лепешки вкусные.